Дорогие друзья, с вами Даник, и сегодня мы продолжаем играть в Roblox Blocks Fruit. Сегодня я бы хотел бы вам показать фрукт теста, но вначале мы пойдем на рейд. Сейчас я куплю какой-то из рейдов, которые захотят игроки, и мы вместе с ними пойдем на рейд. Ну что же, друзья, мы начинаем наш рейд. Ой-ой. Отлично. Вот такой вот крутой командой мы начинаем. И вот наш милый птеродактиль. Вперед! Мы просто всех побеждаем. Осторожно, сейчас я вам покажу все скиллы, которые есть у теста. Ну, первый скилл это вот такой вот фаербол, фаер тесто, а именно жареное тесто. Вкуснятина! Вот так вот он выглядит. Бабах. Также у нас есть липкое тесто. Это такая веревка. Мы берем. Тыщ. Раз. И нас чуть не уничтожают. Также мы можем превратиться в пончик, который очень быстро вращается. И вот так вот быстренько отсюда смотаться. Нет, мы должны помочь нашим благородным тиммейтам. И Максимке. Он тоже тиммейт, и тоже благородный. Итак. Друзья, так как я не обладаю пока что тестом V2, я буду плыть. Ну что же, поплыли. У нас осталось 11 минут, но мы все равно плывем. Я сейчас вот так вот осторожненько стану, чтобы спокойно можно было поехать обратно. Жалко, что нельзя прямо в инвентаре брать фрукты. Так бы я бы взял бы, я не знаю, ну какой-то супер крутой фрукт, который может и летать, к примеру, свет. Потом взял бы тесто как ПВП и для фарма взял бы. Ну, думаю, тоже свет, потому что он классно фармит. Ну и лед, вот это несколько классных для фарма. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, я не к вам, дорогие мои друзья. Все хорошо, все просто прекрасно. Сегодня, к сожалению, я не знаю, или я смогу полностью показать все красоты и прекрасные возможности теста. Максим, ну ты же составишь мне компанию на лодке. Ну ладно. Не буду тебе мешать. Вы иди. Вы плывите. Так. У меня корабль встрял. Иу. Так, пробуем еще раз. Дубль 2. О, все, работает как швейцарские часы. Тоже погнали, поплыли. Та-та-ра-та. О, ребята, я окажусь как раз вовремя. Так, немножко подальше отойдем. Я как раз ворвался в гущу событий. И начинаю... Использую все, что у меня есть. Отлично. Отлично, атакуем. Вперед, вперед. Отлично, остров 3 зачищен. Ай, больно. Да, вода, конечно, сильно бьет. Нужно покупать расу рыба. Ага. Тогда буду плавать вообще идеально. Еще я бы хотел бы подобрать идеальный сет для теста, потому что, скорее всего, это будет мой основной фрукт. А, как тебе такой поворот событий? И включаем. А почему? Жалко, оно не включается на рейде. Вот это и хрес! Мы очень хорошо справляемся.
Друзья, мы очень хорошо справляемся. Я уверен, мы очень быстро пройдем этот рейд. Хрязь! Отлично, ну. Кстати, с помощью него можно делать такие комбинации, к примеру, схватить его липким тестом, притянуть, потом развернуться и жареным тестом. Отлично, остров 4 зачищен. Максим! Плыви, плыви! Ну, твой скин, он просто прекрасен. Он идеален. Не добавить, не убавить. Босс появится через... 3, 2, 1, 0. Вперед! Сейчас я возьму и... Хрис! Ай, как неприятно! Лупите босса! Не, конечно, друзья, у меня максимально слабое тесто. Нужно его делать в два. Уф. Так, мелочь мы сейчас раскидаем. Так вот. Как вы знаете, то, что босс, он всегда с полным В2 фруктом. В зависимости от рейда. Вот эти... И вот так вот. Ха-ха! Искупнись в воде, босяра. И... Бабах. Так, еще чуть-чуть. Чуть-чуть, ну давай, хватай его. Ах! Видно, но ничего. Мы должны его... Ох, как больно. Отлично, атакуем его. У него осталась половина хп. Ну ничего себе, он... Нас лупит, сводить и вот так. Еще чуть-чуть. Ох. Максим, дай мне расправиться с боссом, пожалуйста. Если тебе не жалко. А, про что мы еще не доросли, чтобы прокачать Максима, ведь у него очень мощный фрукт. Все, друзья. Наша легендарная команда. Ну, не, это совсем не легендарная команда. Легендарная команда это... Я, Илюха и Макс. Это ну просто ну непобедимая команда. Тем более, когда у нас одни из самых сильных фруктов. Эта команда несломима. Эта команда неубиваемая, непотопляемая. Ну что же, начнем. Вы готовы, дети? Макс, ты готов? Вы готовы, дети? Все, да, капитан? Ну ладно, погнали. Поехали! Угу. Так, 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 так. Где же эти гадкие пацюкаки? Получай. Ну здесь, конечно, мало дают, так что... Я думаю сейчас прокачать эту пушку. Можно, в принципе. Кстати, почему бы и нет? Так, 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 атакуем, атакуем, атакуем. Так, отключаем чат. Отлично, Air Jump. Способность была включена, отлично. Так, садимся на кораблик. Оп. Поехали. Поехали. Треск светлячков. Так, я не понял. Сделаем назад. Так. Так, вот так, вот так, вот так. И чуть-чуть. Друзья, мне пришлось ненадолго отлучиться. Но у нас уже третий остров. Дрожь пробежала у вас по спине. Кстати, а вы знали то, что если проплыть в как...
Вы видите? Видите этот остров? Я его тоже вижу. Вот он такой маленький. Если проплыть аж туда, думаю, если выбрать тесто В2 и зайти на какой-то, ну, максимально дешевый рейд, то, думаю, дойти до туда не составит труда. Надеюсь, в всяком случае. Вперед! Вперед! В атаку, в атаку, в атаку! Ладно. Это все нервы. Это все нервы. У нас последний остров. Давай, тебя быстренько. Тыдыщ! Все. Так, я не понял, ты что? Ты меня не понял? Ой-ой-ой, бежим, 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 кажется. Не здесь злее, чем на пламя. Отлично. Подождите. Подожди, друг, ну куда же ты без меня? О, друзья, посмотрите на мое ХП. Оно минимальное. 3, 2, 1, 0. Ах, быстрее, 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 быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, кажется, у нас не все в порядке. Вот так и, как всегда, мы тебя кинем на прогиб. Охо-хо, басяра. Получай с жареным тестом, жбан. Так, нужно отойти от этой всей потасовки. Схватить босса и швырнуть его туда подальше. Пульнуть. Конечно, мало у меня сейчас. Всех моих суперсил, но. Все равно, но все равно. Сейчас мы атакуем этого босса и побеждаем. 6 минут, 6 минут, 6 минут, друзья. Так, еще чуть-чуть осталось буквально. Схватил босса, кинул на прогиб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребятушки. Жалко, что у теста нету кликов. Это было бы просто шик-шикос-сюрик. Еще чуть-чуть, чуть-чуть, бежать, 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 бежать. Фух, еле-еле, дайте боссу. Ну что ж это такое, ну дайте боссу убить, дайте боссу убить. Ну конечно я не убью, ну конечно, ну конечно, ну конечно. Ну магма здесь просто топчик. Она всех их разнесла в пух и прах. Итак, друзья, думаю, на этом можно закончить прохождение наших рейдов. Сейчас можно просто показать прикольное обновление. И вообще, я хочу вам нормально показать, что это за фрукт тесто. Но, к сожалению, у меня открылось всего лишь тесто. Всего лишь 3 суперсилы на тесто. К сожалению, друзья, я не полностью смог открыть все мастерство на тесте. Но даже так я могу нормально его показать. А в следующей серии мы будем проходить рейд на тесто. И на кучу других фруктов. То есть сейчас это было так, развлечение. Так, что там? Сейчас это было просто развлечение. И сейчас я вам покажу первый скилл. А именно жареное тесто. Мы берем, надуваем свою тестовую руку и отправляем во врага. И она наносит неплохой урон. А второй скилл это вот такая вот веревка. Давайте я чуть подальше отодвину камеру. Мы хватаем его и раскручиваем, и швыряем его в землю. Он, можно сказать, превращается в лепешку. Опять атакуем нашей перчаточкой. К сожалению, кликов у него нету, но я еще
Но я еще думаю то, что 100% в V2 должны быть клики. И вот такая вот супер рука. Но это круто. Также для передвижения у нас есть пончик. Вращающийся пончик. Что вы хотели? Пончик. Пончик как пончик. Ну да ладно. Сейчас я хочу немножечко вам показать. Друзья. Друзья, к сожалению, этот пончик не плавает по воде. Это очень плохо. Пока что я бы, думаю, мог бы купить расу рыба. Что дает эта раса? Эта раса дает передвижение по воде. То есть я спокойненько вот так вот на обычном пончике смог бы... смог бы перемещаться по воде. Также... Подождите-ка. Это что такое? Ассистент, поговорить. 500 монет. Не понял. А, я, наверное, знаю. Это, скорее всего, расу. Человек можно также сделать В2 и В3. Ну что ж, давайте посмотрим, есть ли Фахита. Это максимально бесячий босс, который опасен даже когда у тебя 1200, даже 3300 левел. К сожалению или к счастью, его нету. Ну, думаю, на этом можно закончить наше видео. Друзья, кстати, забыла вам сказать, у меня в инвентаре появилась гравитация. Тесто у меня перманентное, так что я могу съесть, к примеру, тот же дымовой фрукт и совсем не париться. О нет, у меня же был такой дорогой фрукт. Я его спокойно могу взять в магазине еще раз. Также я бы хотел бы сделать на него обзор. Также есть фрукт дрожжи, который я тоже прокачивал. И спокойно могу сделать на него обзор. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!